На традиционной ярмарке, которая находится в самом центре Видного, около кинотеатра «Искра», жители города могут купить все самое необходимое – от продуктов питания до предметов одежды и товаров для дома. Посуда в основном российского производства, то есть это сковородки, кастрюли, чайники – это Россия, Череповец, Санкт-Петербург, Лысьва, Пермь, Кукмара, Татарстан. Кировский завод. Цены, как правило, ниже магазинных. Плюс ко всему продавец обещает поторговаться по старинной рыночной привычке. В соседней палатке предлагают купить сувениры. В основном продукция народное творчество, которое создавалось не годами, а не десятилетиями, а даже столетиями. Поэтому у нас представлено здесь, например, семикаракорс, донской фаянс. Изготавливается все вручную, авторские изделия. Такие предметы можно приобрести как в качестве подарка, так и в виде декоративного украшения для дома. На ярмарке также представлен большой выбор одежды для мужчин и женщин. Платья-халаты, туники, ночные сорочки, новинка сейчас идет худи, возрастные костюмы. Но в основном продукция для домашнего использования. Чем ближе новый учебный год, тем актуальнее становится вопрос, во что одеть ребенка. Здесь продаются комплекты школьной формы. Очень много предложений по рубашечкам мальчикам. Белые, цветные, девочкам сарафанчики, блузочки. То есть как бы ассортимент есть. Совсем скоро наступит осень, а значит, пришло время подобрать обувь на прохладный сезон. Обувь белорусского производителя. Она ортопедическая, повышенной комфортности. Разная полнота, на любую ножку подберем. И на узкую, и на широкую, и на подъем, на косточку. Все моделечки прекрасные, колодочки. С фабрикой уже 8 лет работаем. Кто приходил, в победе никто не остался. В соседних палатках продаются продукты питания. Овощи, фрукты и ягоды выращены фермерами и пользуются популярностью у покупателей. Многие приходят сюда специально за тем или иным товаром. Ну, хорошие яблоки, помидоры хорошие. Что тут хорошее? Все хорошее. Кому что надо. Зелень брала хорошая. Мне вот в этом, вот именно здесь у них я беру. На прилавке можно найти уникальные сорта овощей и редкие виды трав, которые вряд ли встретишь в магазинах. Ревень – это вообще самый старый овощ. Испокон веков он использовался. И он вкусный тогда, когда он весной. Он похож на антоновку, и там много-много витамина С. Его позабыли немного, но сейчас его это все возвращается. Делают кисели, пироги с них вообще обалденные получаются. Среди широкого ассортимента орехов и сухофруктов любой желающий найдет угощение на свой вкус. Вот у нас орехи Средняя Азия, Узбекистан, Таджикистан. Что могу сказать? Полезный, чистый, как бы экологичный товар. Спешите, ярмарка будет работать до конца недели. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.